Мы бы хотели оставить маленькую ремарку по экскурсии с Константином. В Тенерифе мы уже, наверное, 10-11 раз. Нам очень повезло в этот раз. Мы нашли гида, который нам помог открыть, скажем, экзотические места. Этот авторский маршрут мы о нем не знали. Эту красоту для нас сегодня, конечно, это было необычное открытие. Поэтому я вам советую обратиться к Константину, чтобы открыть для себя необычные места нашего замечательного острова Тенериф. Мы приехали из Франции, мы обожаем этот остров, и сегодня замечательный день, который мы провели с Константином. Vive la Tenerife! Vive les vacances!